И всем привет, друзья, с вами Картофан, и это уже седьмая часть гайда по моду Ars Magica 2 на версию 1.7.10. Но сейчас ты видишь топового комментатора с прошлого видео. Если ты хочешь попасть сюда же, то обязательно пиши свой комментарий. Также не забывай подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые гайды. Ну а мы начинаем. И сегодня я бы хотел вам рассказать, как открыть заклинание, которое открывается неестественным путем. А именно тут у нас вот, то есть естественным путем, это означает то, что мы сможем с помощью этой цепочки открыть следующее заклинание. Но у нас слева есть на каждой страничке заклинания, которые у нас никак не открываются. Это у нас такие секретные заклинания, которые открываются с помощью других заклинаний. Но сегодня я вам расскажу все способы, как их открыть. Именно все заклинания, просто про все. Здесь у нас их на самом деле немного, здесь 4, здесь у нас 3, здесь еще 3, то есть у нас всего их 10 штук. Но начнем мы давайте раз с метели, вот она наша метель, и для этого нам нужно будет сделать специальное заклинание в нашем столе. Заходим в стол, и здесь нам нужно, значит, так выложить, то есть у нас вот снаряд, а дальше нам нужно будет сделать шторм, именно шторм, вот он наш шторм. Потом нам нужно сделать урон льдом. Так, вот он у нас урон холодом, это как бы неважно, одно и то же. Потом нам нужно сделать замораживание. Так, вот у нас замораживание. И самое последнее, это нам нужно будет сделать просто урон. Просто обыкновенный урон. Урон, то есть не огнем, ничем, а именно урон. И все получается. Вы просто забираете это заклинание книжкой и потом делаете его. И вы получаете заклинание, которое, когда вы используете, у вас откроется тогда новые знания. И вы откроете тогда как раз себе вот эту вот метель. Так, что же у нас там дальше? А дальше у нас звездный удар, Sunstrike. И что же нам нужно будет для нашего Sunstrike? Для него нужен будет снаряд. Потом нам нужно сделать магический урон. Так, урон магии, вот он у нас. Дальше нам нужно сделать гравитацию. Вот у нас гравитация, кладем ее сюда. И последнее, это у нас астральное искажение. Так, вот оно у нас. Все, теперь вы опять же делаете книжку, кладете ее сюда. И делаете это заклинание в алтаре. Используйте его, и у вас открывается Sunstrike. Что у нас там дальше? А дальше у нас это огненный шторм. Давайте мы его тоже сделаем. А для него нам понадобится снаряд. Потом нам нужен будет шторм. Вот такой вот шторм, не огненный, потому что у нас даже, во-первых, не открыт. Вот сюда вот кладем шторм. Потом урон огнем. Вот у нас урон огнем. Потом нам нужно будет воспламенение. И самое последнее, это просто урон. То есть вот у нас урон опять. Все, наше заклинание почти что готово. Осталось только сюда положить книгу и сделать его на алтаре. Вы опять его будете использовать, и тогда у вас откроется вот этот вот огненный шторм. Так, ну и вот наш последний аспект на этой странице, это расчленение. А для него понадобится довольно-таки мало компонентов. Это снаряд. Потом физический урон. Вот он наш физический урон. Потом нам нужно будет пробивание. Вот оно. И последний, это опять урон. Вот он, все, теперь вы снова складете сюда книгу, делаете заклинание в алтаре, используйте его, и у вас открывается это знание. Но теперь давайте мы перейдем к следующему разделу, это у нас защита, сейчас у нас было нападение. В защите у нас уже три вот таких вот забытых знания, и первое это у нас соединение маны. Для того, чтобы его открыть, нам понадобится опять же сделать заклинание, а для этого заклинания нам понадобится на себя, то есть мы его сюда кладем, на себя будем использовать, потом нам нужно сделать запутывание, вот оно запутывание. И последнее это высасывание маны. Вот оно у нас, иссушение маны. И все, мы снова делаем наше заклинание, используем и открываем себе новое знание. А мы давайте пока что перейдем дальше. И это у нас будет щит маны. И для его создания нам понадобится на себя. Потом нам нужно будет сюда положить щит. Так, вот у нас щит. Потом нам нужно будет сюда положить жизнеотвод. Вот у нас жизнеотвод. И последний компонент это присвоение. Вот оно. Все, теперь мы опять делаем наше заклинание, используем его, и все, мы открываем себе знание под названием «Щит маны». И последнее, что у нас есть в этом разделе, это «Поглощение силы». Для его создания нам понадобится снаряд, потом нам нужно будет сделать магический урон. Вот он наш магический урон. Гравитация. Вот гравитация. И последнее, это у нас астральное искажение. Вот оно. Все, наше заклинание почти готово. Осталось его только сделать в нашем алтаре, использовать его, и мы откроем себе знание поглощения силы. Но мы теперь давайте перейдем к последнему разделу, и это у нас полезности. Здесь у нас тоже три знания закрытых. Это у нас дневной свет, восход луны и процветание. Для того, чтобы открыть нам дневной свет, нам нужно будет тоже сделать, естественно, заклинание. А для его создания нам понадобится снаряд, божественное вмешательство. Так, вот оно, божественное вмешательство, вот такое длинное название. Истинное зрение, вот оно, и последнее это свет, вот такой вот свет.
Все, осталось только сделать наше заклинание в алтаре, и мы откроем себе дневной свет. А мы давайте пока что перейдем дальше, и это у нас будет восход луны. Предпоследнее наше знание, которое мы еще не открыли, и для его создания нам понадобится на себя. Потом нам нужно будет ночное зрение. Вот оно, наше ночное зрение. Вмешательство края. Вот оно, вмешательство края. И последнее, что нам понадобится, это луна. Вот такая вот луна. И теперь мы снова делаем наше заклинание в алтаре, активируем его, и у нас открывается знание «Восход Луны». Ну и вот мы подобрались к самому последнему знанию, это у нас будет «Процветание». Для его открытия нам нужно будет сделать заклинание, которое состоит из «На себя», потом нам нужно будет прыжок, вот прыжок, быстрота, вот она быстрота, нам нужно будет также замедленное падение, вот оно, также нам нужно будет «Gravity Well». Вот оно, такое самое, по-моему, единственное непереведенное наше знание. И самое последнее, это быстрое плавание. По-моему, это у нас получилось самое длинное заклинание, чтобы открыть знание. CKUT98 сказал, всем привет. С вами Картафан. Подписывайтесь на канал, я вам дам конфетки. Так, ну, в общем-то, не обращайте на это внимания, это Дискорд. Ну, и, в общем-то, вы его снова делаете, как и предыдущие 9 заклинаний. И активируете, и у вас открываются новые знания. И таким образом мы открыли все знания, которые были скрыты от нас. Ну а если тебе понравился этот гайд, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые гайды. С вами был Картофан, всем удачи и всем пока.